Эко парк ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Good evening. Guten Abend. Bonsoir. Buonasera. Buenas tardes. Добрый вечер, уважаемые друзья, коллеги, партнеры. Вот. У вас сегодня снова много на этом вебинаре, да? Если меня слышно, видно хорошо, вы можете поставить плюсики в нашем чате. Батуми. Приветствуем Артура из Батуми. 10 с плюсом. Очень радует такая оценка. Вот, если бы я занимался фигурным катанием, я бы, наверное, сейчас прыгал до потолка. Итак, 10. Значит, слышно, видно меня хорошо. Такой вопрос сначала, прежде чем мы приступим к обзору личного кабинета компании Skyway Capital. Я хочу поинтересоваться, есть ли сейчас у нас в комнате те, кто не был на дневном вебинаре, на котором у нас сегодня был, присутствовал, да, и общался с инвесторами Анатолий Эдуардович Юницкий. Есть те, кто не был, поставьте, пожалуйста, просто минус. Так, Нины не было, Ольги не было. Так, понятно. Вот тогда немножко, скажем так, добавлю, наверное, новостей, да. Действительно, был очень интересный вебинар. Вот. Ну, сначала это был вебинар для новичков, который проводили Алексей Суходоев и Сергей Сибиряков. Потом к этому вебинару подключился Анатолий Эдуардович Юницкий. Ну, наверное, самая важная новость на сегодняшний день, то, что 11 февраля, да, получен, скажем так, документ, там, экспертиза. Вот. Сегодня должна была быть сделана рассылка, может быть, от корневой компании, вечером она и разлетится по электронным адресам. То, что наконец-то Министерство транспорта Российской Федерации признало технологию, которую разработал Анатолий Эдуардович Юницкий, перспективной, которую нужно развивать и так далее. То есть 31 эксперт дал свое заключение, что, в принципе, ну, скажем, если кратко, это то, что нужно нашей с вами стране. Ну, нашей с вами, это, в принципе, в первую очередь я говорю про россиян, но, тем не менее, вы понимаете, да, если одобрение мы получим здесь и будут какие-то серьезные подвижки, то есть этот документ является очень важным доказательством того, что технология признана, и, соответственно, с этим документом гораздо проще работать с инвесторами из любой страны. Да, то есть данный документ нам может позволить привлечь крупные инвестиции, крупных инвесторов в наш проект, тем самым ускорить строительство экотехнопарка. Но для тех, кто, скажем так, до сих пор сомневается, чешет репу, как мы говорим, да, там сидит и думает, будет это работать или не будет работать, это и не очень хорошая новость, потому что им теперь надо будет успевать. Я думаю, что для вас ни для кого не секрет, что если сейчас к нам придут крупные инвестиции в наш проект, то стать совладельцем самой технологии, то есть стать, скажем так, инвестором в наш проект, останется не так много времени. Да? То есть в дальнейшем, если будут приходить частные инвесторы, физические лица, у них останется только возможность инвестировать в каждый отдельно взятый адресный проект, который они выберут, да, а именно совладельцем основной технологии они уже не смогут стать. Поэтому та информация, которая сегодня была озвучена на вебинаре, вебинар в записи будет выложен на нашем канале в YouTube, вы сможете его посмотреть. Это, наверное, сигнал, я не знаю, там сигнал тревоги, либо красный сигнал, но в положительном смысле этого слова. То есть вы можете эту информацию повторно донести по ушам и мозгам тех людей, которым вы ее дали, они вас не услышали, отреагировали каким-то образом. Да, может, кто-то посмеялся, похихикал за углом и посчитал вас не совсем вменяемым. То есть, как бы так, через год может сложиться так, что невменяемы были они, да, потому что их уши были, я не знаю, там заткнуты ватой, там торчали бананы там, или что-то еще, то есть они вас не слышали. Сейчас все идет к тому, что в ближайшее время может начаться взрывной рост, да, и привлечение инвестиций, и быстрое строительство тех трасс, которые нужно построить на территории экотехнопарка в Минской области с целью демонстрации и сертификации всех трех направлений видов транспорта Skyway. Вот это, наверное, основная новость вот таким вот образом. Вы знаете, что будет с текущими рассрочками, я думаю, никуда они не денутся, потому что вы сделали шаг, и поймите правильно, то есть если придут крупные инвесторы, это не говорит о том, что Анатолий Эдуардович возьмет и оставшиеся там, ну сколько, если 400 миллиардов долларов, да, 400 миллиардов акций, он возьмет и отдаст там 395 миллиардов кому-то. Нет, такого не будет. Да? Вы знаете, что есть инвестиционный меморандум и 60 миллиардов штук акций выделено вот на эту схему, по которой мы с вами двигаемся. Это привлечение денежных средств посредством краудинвестинга. Поэтому не пугайтесь, если вы сделали шаг вот, до момента, когда придут крупные инвестиции, то с вами ничего не случится, вы сможете продолжать приобретать эти пакеты акций в рассрочку и, скажем, никого не будут лишать той части, которую он мог по рассрочке там докупить и так далее, и так далее. Вот это очень важно.
Еще целый ряд новостей. Я думаю, в процессе развития нашего проекта в ближайшее время мы будем с вами наблюдать целый ряд новостей развития. Да, то есть компания нам будет сообщать это в виде рассылок, в виде информации на наших вебинарах. Поэтому рекомендую вам самим и людям, которые находятся в вашей структуре, посещать данные вебинары. Ну, не просто так, для того, чтобы их посетить, а с какой-то целью. Узнать что-то новое. Извините, выключу телефон. Так. Вот, потому что иногда задают вопросы по мобильнику. Итак, друзья, сегодня у нас с вами тема, касаемая личного кабинета. Кстати, если те, кто у нас в личном кабинете испытывают какие-то трудности, не стесняйтесь, поставьте цифру 1. Вот. Ничего страшного в этом нет. Мы сейчас как раз-таки посмотрим, что у нас где лежит, что где у нас можно найти. Да, как не пугаться всего того, что находится в личном кабинете. Я смотрю, что... Как есть такое, ну, не думаю, что страшное, скажем, выражение, что незнаек у нас нет на сегодняшний день, да? Тогда по-другому поставлю вопрос. Все ли, кто сейчас находится в комнате, знают все, что и где находится в нашем личном кабинете? Дайте, пожалуйста, мне обратную связь, чтобы я понимал. Вот, Артур знает, это хорошо, то есть вы поставили плюс. Остальные? Нина не знает. Ну, видите, один человек не знает, соответственно, мы сейчас с вами тогда пробежимся по разделам личного кабинета партнера компании Skyway Capital. Я сейчас нажал кнопку демонстрации экрана, и у меня к вам просьба, видите ли вы мой экран? Если да, поставьте видно, да. Все, хорошо, друзья, тогда мы переходим с вами в личный кабинет партнера компании Skyway Capital, нажимаем главную страницу. Главная страница – это то, что у вас загружается в первую очередь, когда вы входите в личный кабинет партнера. Я не стал, скажем так, выходить из этого кабинета и загружаться в него с формы, где мы вводим свои данные. Да? Для того, чтобы попасть в личный кабинет, вы знаете наверняка все. Если вы на нем зарегистрированы, вам нужно ввести логин, а это ваша почта, которую вы указали при регистрации, и пароль, который вы придумали. Сейчас мы с вами находимся на главной странице. Сразу хочу обратить внимание на следующее. Вы видите, вверху на желтом фоне есть так, ну, не очень большая надпись, конечно, если бы она бросалась в глаза сразу, да, было бы, наверное, лучше. Но, тем не менее, сделали, как сделали. У вас есть возможность позвонить прямо с сайта непосредственно в отдел информационной поддержки в Москву с 10 утра до 19 часов по московскому времени. То есть это то время, когда у нас работают менеджеры отдела информационной поддержки, и они могут ответить на возникшие у вас вопросы, разобрать какую-то ситуацию, порекомендовать вам что-то и так далее. Эта возможность хороша чем? То, что вы можете проживать, я не знаю, в Южной Африке, в Судане, в Буэнос-Айресе, да, где-нибудь в Австралии и так далее, вы с сайта можете звонить нам сюда из любой страны. Это очень важно. При этом вам это не обойдется ни в один цент. То есть это, в принципе, бесплатный звонок, поэтому используйте данную возможность. Для тех, кто проживает, в принципе, в московском регионе, звонок по телефону 7-495-419-0456 – это... бесплатный номер, если вы будете звонить с городского телефона. Дальше, справа вы здесь видите, да, если загрузили, свою фотографию вы можете загрузить и фамилия, имя человека, кому принадлежит данный кабинет. Есть выпадающая вкладочка, в которой вы видите пункты такие, как выход. Если мы нажмем, мы сейчас выйдем из личного кабинета. Профиль, то есть мы сейчас в него туда зайдем немножко позже, да, и ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые. Это раздел FAQ, да, то есть у нас называют его просто FAQ, поэтому вы можете зайти и посмотреть ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые людьми по нашему проекту, по нашему личному кабинету. Итак, что мы видим на главной странице? Пока мы в профиль не пойдем, разберем то, что у нас отражается на экране. Ну, первое, да, если у нас проходит какая-то акция, важная информация, то на этом баннере, на котором вы видите надпись «100 подарочных акций компании в подарок», вот. Как правило, здесь высвечивается информация, что у нас запущена такая-то акция, у нас действует там промо-акция и так далее, и так далее, и так далее. То есть это информационный баннер, на котором отражается информация, связанная с развитием нашего проекта. Далее, у нас есть 4 панельки, которые вращаются, видите здесь, да? Первая из них, она информирует вас о состоянии ваших счетов, а вы знаете, что у нас в личном кабинете находится основной счет, бонусный, акционный и премиальный. Вы видите, что здесь надпись гласит, что с августа месяца 2015 года, если вы зарегистрировались просто в нашем личном кабинете, то на ваш премиальный счет компания зачисляет 100 подарочных акций. Вот там, где сейчас премиальный 0, там будет 100. Даже если вы ничего не купили еще, то у вас там будет 100
подарочных акций, которые вы можете просто нажать «Оформить», и они будут у вас оформлены, сертификат на 100 акций. Если вы будете приобретать какой-либо из пакетов, да, и у вас на премиальном счете будут там 100 акций, например, тех же, соответственно, к тому пакету эти 100 акций приплюсуются, сертификат у вас будет оформлен на тот пакет, который вы покупаете с тем количеством акций, плюс 100. Далее, вы видите здесь фамилию, имя человека, которому принадлежит личный кабинет, и процентное, скажем так, выражение ситуации, сколько выполнен объем необходимый для того, чтобы вы стали, скажем так, следующей квалификацией. Да? То есть здесь видите ступенька «Партнер», это первый уровень квалификации. Вот, чтобы стать консультантом, уже на 72% условия выполнены. Далее, на нижней панельке слева показано, сколько людей вами привлечено и какой объем денежных средств вы привлекли непосредственно в первое поколение, то есть по вашей рекомендации, по вашей реферальной ссылке, на какую сумму люди купили акции. Далее, если вы оформляли какие-либо акции, соответственно, у вас будет написано на правом здесь со звездочкой, да, панели количество оформленных акций. Если у вас есть рассрочка, у вас здесь будет отражена информация, что зарезервировано такое-то количество акций по рассрочке. Если вы только первый раз зашли в личный кабинет, либо, скажем так, ничего еще не покупали и прочее, здесь будут стоять нули. Далее, вы видите, что данные панели вращаются, и вот в первой верхней левой вы можете перейти в раздел банкинга «Пополнить», посмотреть транзакции, то есть движение денежных средств в вашем личном кабинете, либо перейти в раздел «Вывод», если вы хотите, скажем так, сразу зайти и оформить заявку на вывод денежных средств. Если вы никого не привлекли, еще ничего не купили, у вас везде будут нули, то есть выводить вам будет ничего. Дальше. На панели, где написано ваше фамилия и имя, просто написан текст, что реферальные ссылки для того, чтобы зарабатывать деньги по партнерской программе, находятся в разделе «Инструменты партнера». Вы видите, слева он находится, да? И второй пункт, мы к этому вернемся, посмотрим, где это находится. Дальше. Там, где количество акций, вы можете зайти посмотреть в раздел «Мои сертификаты». Прямо отсюда мы потом его разберем. Либо в раздел «Инвестировать». То есть это сделано для удобства, чтобы, скажем так, в нескольких местах личного кабинета продублирована информация для наиболее часто совершаемых действий нашими инвесторами. Слева вы можете с панельки, где написано «Привлечено какое количество людей и денег», зайти в раздел «Маркетинга», это раздел статистики, который слева вот здесь отражен, и посмотреть всю информацию, связанную с вашей сетью, с вашей структурой, если вы занимаетесь созданием бизнеса по партнерской программе. Дальше чуть ниже показана опять статистика. Количество денег, привлеченных в долларах, количество партнеров, всего суммарно привлеченных. Ваши личные инвестиции, то есть, видите, здесь личные инвестиции сделаны как бы небольшие, и до 100 долларов, до следующего уровня консультант, нужно выполнить еще 84%, да, заполнено. По количеству товарооборота в первом поколении он уже дважды превышает тот, который необходим для того, чтобы стать консультантом. И здесь написано, какое количество участников привлечено с личной инвестиции более 100. Вы видите, их тоже в два раза больше, чем необходимо. Далее, последнее изменение счета. То есть все те изменения, которые происходили в вашем личном кабинете, последние 5, они показаны на данной странице. То есть вы можете посмотреть, что куда у вас было зачислено, либо откуда, скажем так, списано. Да? То есть если вы делали эти действия. Далее, давайте зайдем сразу в раздел «Профиль». Нажимаем на выпадающую вкладку, раздел «Профиль», у нас загружается следующая страница. Вот. Опять же есть информация, что ваши реферальные ссылки находятся в разделе «Инструменты партнера», дубль, да. Фотография, если вы не загружали, здесь у вас пусто, и вы можете загрузить фотографию. Ваши данные, то есть ваш ID регистрационный, когда вы зарегистрировались в компанию, он вам присваивается. Электронный адрес телефона – это обязательные данные, которые вы указываете при регистрации. Здесь стоят галочки. СМС информирование о реферальных начислениях. В принципе, если вы не собираетесь строить структуру, вам не нужна эта информация, чтобы вам приходили СМСки на телефон, вы можете эту галочку снять. Вот. Получать информационную поддержку от менеджера компании. Если вам это не нужно, вы тоже можете эту галочку снять. У нас в базе отразится информация, что вы не хотите, чтобы кто-то беспокоил вас. И вам никто не будет звонить, не будет говорить никаких новостей. То есть вы сами, если захотите, будете в этом разбираться. Вот. А потом, если возникнет у вас желание, задавать какие-то вопросы и так далее. Если галочку не снимете, то вам перезвонит менеджер, уточнит, со всей ли информацией вы знакомы, нужна ли какая-то помощь и так далее, и так далее. Слева у вас есть информация в разделе «Профиль личного кабинета» по вашему вышестоящему партнеру. Если вы по чьей-то реферальной ссылке регистрировались, соответственно, у вас здесь будет указана фамилия, имя, скайп этого человека, телефон и электронный адрес. Ну, при условии, что этот человек скайп указал в своем личном кабинете. Да? Далее, дата регистрации и количество приглашенных. Плюс ко всему на данной странице отражается дата и время вхождения в
Личный кабинет. То есть, если вы давно не входили, но обнаружите, что кто-то в вашем кабинете лазил, это сигнал тому, что пора сменить пароль. Кто-то почему-то залез в ваш кабинет. Дальше дополнительная информация. То есть, Skype. Ну, я не указал. Второй телефон. Вы можете вписать тот телефон соцсети, в которых вы на сегодняшний день зарегистрированы. Это не обязательно по желанию. То есть вы можете добавить другой дополнительный контакт, подписать, да, там какую-то социальную сеть и добавить его сюда. И важно нажать кнопку «Сохранить», когда вы что-то вписали и дополнили. Дальше анкета пользователя внизу, то есть отчество вы можете писать или нет, это ваше право. Электронный адрес, фамилия, имя у вас здесь обязательно будут. Дальше, ведь видите, я подвел к номеру, написано, что смена телефона возможна по заявлению на электронный адрес Support Skyway Capital с указанием электронной почты, которая у вас зарегистрирована в профиле. То есть, если вы вдруг ошиблись в телефоне и вам не приходит что-то, вы можете его поменять, написав на саппорт. Да, специалисты нашей службы технической поддержки эту информацию получат. Важно, чтобы письмо пришло с того электронного адреса, который у вас указан при регистрации. Вы выбираете страну, если хотите, там, где вы проживаете, то есть регион, город, адрес, дату своего рождения. Можете вписать на всякий случай номер и серию вашего документа, паспорта. Для чего? В принципе, для того, чтобы не все помнят это наизусть. А если, скажем так, вы вдруг купили какой-либо сертификат, а вам нужно, например, вписать туда документы, чтобы подписать договор, да, серию номер паспорта, вы сможете легко из профиля ее скопировать и вставить. Вот для этого в первую очередь можно здесь вписать ваш документ. Вот раздел профиля, он достаточно простой. То есть на главной странице мы с вами были, сейчас вернемся на нее снова. Профиль мы с вами разобрали. Соответственно, вы видите, слева вот здесь есть раздел в панели, да, инструментов личного кабинета. Если мы нажмем профиль, да, в принципе, мы снова перейдем в персональные данные. Это та страница, на которой мы с вами были, нажимая на выпадающей панельке раздел профиль. Дальше. Раздел помощь, да, давайте снизу пойдем. Он выглядит очень просто. Если вы нажмете этот раздел, здесь написано, да, как войти в личный кабинет и как связаться с нами. То есть либо написать письмо на Support Skyway Capital, либо по телефону, который указан на этой странице. Следующее. Профиль, помощь мы разобрали и главное, да? Давайте перейдем в раздел событий. В разделе событий у нас буквально недели 3-4 назад появился важный раздел, который называется расписание вебинаров. Это мы сделали для того, чтобы, скажем так, дать возможность людям, которые зарегистрированы в личном кабинете партнера компании Skyway Capital, легко находить информацию по обучающим мероприятиям, которые проходят у нас по числам на месяц разбито. Данная информация. Вот у нас сегодня с вами 17 число, да, здесь у нас, вы видите, был вебинар Сергея Сибирякова, Алексея Суходоева в 12-13 часов. Потом мы сделали рассылку, то, что на этом вебинаре присутствовал Анатолий Эдуардович Юницкий. В 17 у нас стоит вебинар, который мы сейчас проводим с вами, да, и в 19-20 сегодня будут изменения, потому что вы знаете, что Алексей Суходоев, те, кто были на вебинаре, и Сибиряков, в это время будут лететь на самолете, либо ехать поездом куда-то. И в 19 часов будет вебинар, который будет проводить Лариса Артамонова. Вот она будет проводить этот вебинар. Вы помните, по средам у нас были вебинары по теме «Новое сознание для новых технологий». Вот сегодня будет этот вебинар. Далее, на завтра вы можете посмотреть 13 адресные проекты, 18 презентаций. Да? Пятница, 13 часов партнерская программа, 19 часов кофе-брейк с Григорием Мирошниченко, то есть там, где будет рассказываться о том, как строить бизнес вместе с компанией Skyway Capital, какие методы, способы и так далее. То есть это раздел расписания вебинаров в разделе события нашего личного кабинета. Следующий раздел, который называется новости. Вот я вам рекомендую чаще в него заглядывать. Так, одну секунду, я сейчас вернусь. Скажите, то, что я говорю сейчас, видно, слышно? Поставьте плюсик, если все хорошо. Так, все хорошо, да? Тогда возвращаемся. Мы находимся сейчас с вами в разделе новостей личного кабинета партнера компании Skyway Capital. То есть это просто новости, да, и вы можете заходить и увидеть, что у нас фактически каждый день есть какие-то новости развития проекта, да. То есть сегодня у нас 17 число, сейчас вот как раз программа погрузилась. Новость о том, что вот 13 часов сегодня состоится вебинар и так далее, да. Что очень важно, те новости, которые нравятся вам, вот, например, новость по офлайн-встречам, да, мы можем на нее нажать, читать далее. У нас открывается
подробная информация о том, что у нас будут проходить вебинары, точнее онлайн-мероприятия в разных странах. И сразу же хочу добавить, то есть раздел новостей вы можете использовать как инструмент для построения своей партнерской сети, для получения дохода. Вы видите здесь кнопки ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники и Mail.ru, Мой мир. Если вы нажмете одну из этих кнопок, у вас высветится панель, в которой попросят ввести комментарии по этой новости. Вы можете кратко там в одним-двумя предложениями написать какой-то призыв, что очень важно для всех, и нажимаете кнопку «Разместить». Данная новость у вас будет размещена в той социальной сети, кнопку которой вы нажали, вот. И люди, находящиеся у вас в друзьях в этой социальной сети, в тех группах, в которых вы находитесь, как правило, дается информация, что вы что-то разместили, да, на своей странице. Какое-то количество людей может перейти по этой информации, посмотреть новость, о которой вы, скажем так, хотели рассказать своим друзьям, знакомым, ну, тех, кого вы знаете, тех, кого, может, даже не знаете, потому что в социальных сетях огромное количество людей у вас, друзья, которых вы никогда в жизни не видели, только на фотографии. Кстати, не всегда фотография является настоящей, потому что человек может выглядеть совершенно по-другому, чем фото на его профиле. Да? Так вот, эта информация размещается, эти люди знакомятся с новостью, потом могут перейти из этой новости на страницу наших сайтов. К новости прикреплена ваша реферальная ссылка. Соответственно, если после того, как они ознакомятся с информацией, нажмут кнопку «Регистрация», зарегистрируются, это ваши реферальные партнеры в будущем. То есть, если они дальше что-то будут приобретать, вы будете зарабатывать тот положенный процент, который соответствует вашей квалификации на сегодняшний день. Используйте данный инструмент. Вы знаете, он работает, потому что вот я практически не занимаюсь созданием, построением сети, ну, хронически не хватает времени, потому что с утра до вечера здесь на работе, вечером приезжаю, там уже время 10-11 часов, вот. И есть люди, которые у меня зарегистрированы, но я пару раз нажал напротив этой новости, и из социальной сети мне пришло, может быть, 2-3 человека в первое поколение, которые потом купили пакеты, соответственно, были начисления. Дальше, давайте перейдем в раздел, раз уж мы говорим о новостях, инструменты партнера. И у нас здесь, вы видите, три пункта. Первый из них – план вознаграждения. То есть, зайдя в этот раздел, вы можете легко ознакомиться с маркетинг-планом нашей компании. Вот. Здесь расписаны все условия по каждой квалификации. Первое, что вы, с чем вы столкнетесь, это та квалификация, которая есть у вас, вот, например, партнер, да? Вот здесь все написано по партнеру. Как им стать, какие проценты вам начисляются, и в принципе справа схематически показана структура и какой процент откуда идет. Дальше внизу это вот как раз таки является инструментом. У нас написано «Скачать описание маркетинг-плана в формате PDF», да? Это текстовое описание. Или «Скачать презентацию маркетинг-плана», то есть это слайды, которые вы можете на своем компьютере в дальнейшем демонстрировать тем людям, которые вас окружают, вот, давать им информацию, и по этой информации те, кому интересна тема дохода на сегодняшний день, могут зарегистрироваться, разобраться в маркетинге с вашей помощью, да, и в итоге вместе с вами стать активным партнером, зарабатывать деньги. Если вы нажмете на консультанта, на лидера, соответственно, информация на мастера, на эксперта, у вас будет на страничке даваться информация о квалификации, которую вы выбрали, о которой вы хотите узнать. Следующий раздел в инструментах партнера – это реферальные ссылки. Здесь пока сейчас 4, ведущие, скажем так, на 4 ресурса в интернете. Первая – это ссылка на лендинг инвестора, которую вы можете скопировать, нажав на надпись «Скопировать буфер». И разместить вы можете эти ссылки в сообщениях по электронной почте своим друзьям, знакомым, те, кто у вас есть в адресах, в социальных сетях своим друзьям отправить сообщение. Ну, аккуратно, скажем так, с реферальными ссылками, потому что большое количество соцсетей, если вы делаете огромное количество сообщений, вас просто может заблокировать. Вот. Рекомендую эти ссылки все-таки давать тем, кто реально, скажем так, с вами, ну, почти на короткой ноге, те люди, с которыми вы хоть немного общались. И если вы задавали людям вопросы, интересно было бы тебе узнать, да, о возможности инвестиций, увеличения дохода. Возможно, вы с человеком даже не очень близко знакомы, но у вас была переписка, вы примерно знаете, чем он занимается, и, может быть, он даже каким-то образом озвучил вопросы, проблемы, которые у него есть. Таким образом, вы можете написать: ты знаешь, я вот недавно стал инвестором в интересном проекте, и у тебя есть такие-то проблемы, их можно решить при помощи этого. Посмотри, пожалуйста, информацию. Раз, ссылку. То есть, если у вас с человеком есть какие-то взаимоотношения нормальные, более-менее, да, есть вероятность, что он посмотрит. Если вы просто ссылку раскидаете тем людям, которых вы не знаете, опять же, есть вероятность того, что это сработает, и кто-то посмотрит и зарегистрируется, но четко есть понимание того, что какое-то количество людей это смотреть не будут, потому что у нас шлют разных ссылок немерено, да, а какое-то количество людей даже заблокируют ваш аккаунт, либо нажмут кнопку, что это спам. Поэтому будьте к этому готовы.
Лучше отправлять ссылку тем, кто хоть немного вас знает. Дальше. Страница регистрации в личном кабинете. Как правило, вы можете ссылку копировать, отдавать тем, кто уже от вас информацию получил и готов предпринимать какие-то шаги. Есть ссылка на главный сайт. То есть вы сами выбираете, какую ссылку копировать, кому давать и где ее отправлять. Будь то в социальной сети, будь то по почте, будь то в скайпе, либо в каком-нибудь мессенджере, который есть у вас на телефоне, либо на планшете, либо на компьютере. Это может быть Viber, там, WhatsApp и еще целый ряд систем, которые позволяют вам общаться со своими друзьями. Так, дальше. Раздел «Инструменты партнеров». У нас есть еще один пункт, называется он «Баннеры». В этом пункте у нас есть возможность скопировать HTML-код какого-либо баннера. Если вы продвинуты в интернет-бизнесе, в интернет-маркетинге, если у вас есть свой сайт, блог, сайты-одностраничники, да, на которые люди могут выходить и черпать от вас какую-то информацию. Возможно, у вас есть какая-то страница в соцсетях, вот, например, на Фейсбуке, которая позволяет вставлять, скажем так, на эту страницу HTML-код. Вы можете выбрать из 60 с лишним баннеров, которые у нас есть в этом разделе, ну, например, вот такой, да, который выкинут вверх у нас. Вот видите, он так выглядит, у него меняется картинка, на которой есть какая-то информация. То есть люди видят, что что-то мелькает, они еще на этом не были. Вот. Главное, чтобы вы скопировали HTML-код, который ведет либо на официальный сайт, вот сейчас он вот здесь написан в панели, либо вы выбираете логин партнеров, и он немножко видоизменяется, этот код. Соответственно, вы код размещаете на своей странице, у вас на странице вместо кода будет появляться эта картинка. Нажимая на эту картинку, видите, она активна. И люди будут переходить на страницу, на которую вы хотите, чтобы они вышли. К данному баннеру тоже прикреплена ваша реферальная ссылка. Соответственно, если после ознакомления с информацией человек зарегистрируется, это ваш реферальный партнер. То есть те, кто, как я говорил, хотя бы немного продвинуты в интернет-бизнесе, у них есть свои социальные, точнее, свои интернет-ресурсы в виде сайтов, блогов, они могут смело использовать данный баннер. То есть я знаю, что многие хотели бы размещать какие-то свои картинки и так далее. Специалисты нашего IT-отдела, дизайнеры, разработали 60 видов баннеров. То есть вы можете подобрать себе удобный. Да, мы иногда хотим, чтобы он был там вообще волшебным, чуть ли не разговаривающим, да, но не нужно быть, наверное, перфекционистами. И проще взять что-то готовое и реально работающее, чем самому там что-то сочинять, выдумывать. Хотя, как бы, мы все устроены по-разному, поэтому кто-то выбирает такой путь, кто-то другой. Итак, раздел «Инструменты партнера», профиль мы разобрали. Теперь у нас остались три раздела, да, банкинг, инвестиции и статистика. Вот. Давайте мы начнем, наверное, с банкинга, да. Итак, в разделе банкинга вы увидите, что у нас есть 6 позиций. Первая из них – транзакции. То есть, если вы нажали на транзакции и до этого времени ничего не покупали, пока ничего не произошло, у вас на ваших счетах, а вы заметили, что информация о счетах фактически дублируется на всех пунктах меню личного кабинета, куда бы вы ни зашли, да, то есть, чтобы вы видели, где и как, где у вас какие счета и сколько на них денежных средств. Дальше, на этих страницах, как правило, есть три пункта. Пополнить счет, вывести средства, осуществить перевод денежных средств на счета ваших партнеров. Это тоже возможно, мы сейчас с вами посмотрим, как это делается. Если вы еще ничего не покупали, никакого движения не было, здесь у вас будет пусто. Да? Если вы сами что-то покупали, если вам были какие-то начисления и так далее, то здесь будет отражаться последние 10 действий, последние 10 движений денежных средств, которые были в вашем личном кабинете. То есть начисления на акционы бонусные, вывод, если он был, да, пополнение кошелька там вами. То есть все здесь будет отражаться. Это очень удобно, это важный пункт, поэтому смело можете в раздел «События» входить и смотреть. Извините, раздел банкинга, да, первый пункт – транзакции. Дальше, второй пункт, который, наверное, наиболее простой для того, чтобы завести денежные средства в личный кабинет партнера. То есть у нас есть возможность сразу оплачивать, да, покупать пакеты, не имея на основном счете ни копейки денег, либо с бонусного счета, кстати, если вы заработали денег и у вас на бонусном счете что-то есть, вы можете купить для себя пакет с бонусного счета. Мы с вами разберем, как это сделать. Если у вас везде нули, и вы хотите купить пакеты, пока вы никого не пригласили, никто ничего не купил по вашей рекомендации, то самое простое, что вы можете сделать, сюда ввести сумму, например, вот я пишу $100, нажимаете «Пополнить». Система, кстати, сразу запомнила то, что вы хотите пополнить свой личный кабинет, и вам сразу же, видите, выставляется номер счета 66754 на $100, и мы выбираем способ оплаты. У нас есть на сегодняшний день возможность покупать при помощи кошелька OkPay. У нас есть система, позволяющая покупать при помощи карточки Visa, MasterCard для стран СНГ и Балтии. Да, вот здесь написано Россия, СНГ, Прибалтика. И комиссия написана, какая будет сразу же. Да. У нас есть кошелек Advanced Cash. Есть карточка Visa «Весь мир». И там привязка идет к фунтам, потому что, скажем так, оператор, через который мы работаем, видно, каким-то образом связан с Великобританией.
тоже прописана сумма комиссии в фунтах и за разовую транзакцию, сколько берется. Есть возможность пополнения через Яндекс.Деньги, Киви-кошелек, WebMoney и через перевод SWIFT, банковский перевод. То есть вы можете выбрать здесь любую систему, и дальше будет краткая инструкция прописываться, вот, чтобы вы не выбрали, да, данные, которые вам нужно указать. Обратите внимание, если вы используете какие-либо платежные системы, кошельки, обязательно нужно в разделе комментарии указать свой логин. Логином является адрес вашей электронной почты, который привязан к вашему личному кабинету. Если вы это сделаете, то через какое-то время, либо сразу, в зависимости от платежной системы, денежные средства будут вам зачислены на основной счет, вот там нули, да? Вы заметили, что я ввел $100, мне был выставлен счет, теперь мы перейдем с вами снова в раздел банкинга. И у нас здесь есть выставленные счета, видите, да? Пятый пункт сверху, либо второй снизу. Нажимаю на выставленные счета, вот, и в разделе выставленных счетов у меня появилось не оплачен такой-то счет и номер этого счета. Так как я это показывал вам просто для демонстрации, я подхожу и нажимаю на кнопочку «Отменить». Вот. Если вы выбрали эту оплату, у вас как бы не было еще понимания, что вы будете оплачивать при помощи какого-то кошелька, вы можете потом повторно зайти в свой личный кабинет, сразу же зайти в раздел неоплаченных счетов и нажать кнопку «Оплатить». И вас переведет на ту страницу, на которой вы выбираете опять платежную систему и осуществляете пополнение счета. Да? Я нажимаю кнопку «Отменить». Меня переспрашивают, да, уверен ли вы, что вы хотите отменить счет? Я говорю, да. Вот. Сейчас сайт прогрузится, и вы увидите то, что в разделе неоплаченных счетов у меня ничего не осталось. Вот таким вот образом. Опять же, видите, дублирование полностью состояния ваших счетов идет фактически на каждой странице нашего личного кабинета. Итак, транзакции мы посмотрели, пополнить счет посмотрели, да, выставленные счета посмотрели, то есть как это убрать. Дальше. У нас остались заявки на вывод, перевод средств и настройки. Давайте начнем с пункта настройки. Пункт настройки, он как раз таки создан для того, чтобы вы сюда добавили те реквизиты платежные, на которые вы можете вывести денежные средства, которые вы заработали. Да? Если вы этого не сделаете, то раздел, скажем так, заявка на вывод, он будет практически бесполезен, потому что специалистам нашего финотдела некуда будет выводить денежные средства. Поэтому, для того, чтобы добавить реквизиты, вы видите, у меня здесь кошелек Kiwi есть, да? Я нажимаю кнопку «Добавить реквизиты», и здесь вы можете выбрать из возможных, да, вариантов вывода денежных средств. Первый у вас высвечивается карточка Visa MasterCard. Вам нужно указать здесь номер карты, имя владельца, который на карте, срок действия, и выбрать валютная эта карта, либо рублевая. Вот. Когда вы все данные введете, нажмете кнопку «Ок», у вас появятся ваши данные, ваш кошелек здесь в платежных реквизитах. Далее, вы можете выбрать из данного списка Яндекс.Деньги, Киви-кошелек, WebMoney, кошелек OkPay и Advanced Cash, либо долларовый, либо рублевый счет. Кошелек. Вы это можете все выбрать. Я сейчас делать ничего не буду. Меня пока устраивает тот кошелек, который я указал. Вот. После того, как вы выбрали, вам нужно нажать ОК. Кошелек сохранится здесь в разделе настройки. Идем обратно в банкинг. Настройки, выставленные счета, пополнить счет, транзакции мы с вами рассмотрели. Теперь давайте посмотрим на раздел перевод денежных средств. То есть, бывают ситуации, что, например, вы строите бизнес, у вас есть какое-то количество денежных средств на вашем кошельке. Вот сейчас мне пишут, переводы временно недоступны, возможно, сейчас идут какие-то технические работы. Вот на этом вебинаре, к сожалению, не покажу, да, как это делается, но объясню на пальцах, и вы сможете посмотреть запись предыдущего вебинара, где я показываю, да, где что заполняется, какую кнопку надо нажать, но суть я вам сейчас все равно покажу. Так, сейчас я снова вернусь в комнату для того, чтобы... Итак, коллеги, меня сейчас слышно, видно, вот кто-то написал, нет звука. Ну, один человек написал, нет звука, остальные как? Все, что я говорил до этого, все в порядке, да? Все, тогда я возвращаюсь снова в личный кабинет, и мы с вами начинаем двигаться дальше. Итак, коллеги, переводы. Для чего это надо? Переводы, вот ситуация такая, что вы зарегистрировали человека, например, он сам не умеет ни на компьютере нажимать кнопки, соответственно, у него платежных систем никаких быть не может, да, он не умеет делать, никак не мог себе зарегистрировать кошелек. Он к вам приходит, говорит, да, я готов покупать там такой-то пакет, деньги он вам наличкой, например, берет и отдает, либо со своей карты, если она у него есть, вы помогаете ему перевести с его карты к себе. Заходите в свой личный кабинет, и когда у нас работает это, да, вот сейчас технические работы закончатся, это будет доступно, у нас здесь написан основной счет, бонусный счет, да, и дальше нужно ввести электронный адрес человека, либо логин, которому вы хотите перевести эти деньги. Вы указываете сумму, либо с основного счета, какую вы хотите перевести, либо с бонусного, либо из того, из другого.
И нажимаете перевести, да? Система проверяет, ага, такой логин есть. Вот. Загружается следующая страница, на которой вас просят ввести код. Да, для того, чтобы подтвердить, что вы реально хотите перевести эти денежные средства на такого-то человека. Код к вам приходит по смс-ке на телефон и дублируется на электронный почтовый адрес. То есть вы этот код вводите, нажимаете, количество средств, которые вы указали, списываются с вашего счета и идут на основной счет партнера, которому вы переводите эти деньги. И он эти деньги может использовать на приобретение пакетов акций. Наличку он вам их уже отдал. Поэтому используйте данную возможность в тех случаях, когда действительно человек, ну, скажем так, не способен, да, делать простые вещи, потом вы сможете его научить. Вот. Либо это нужно сделать очень быстро, бывает и такое, то есть некогда там, да, осуществлять операции, там, заводить через какой-то кошелек деньги у нас на мой счет и так далее. Перекинули, деньги он вам отдал, и вы купили, помогли ему купить пакет акций. Было бы здорово, если бы он в своем личном кабинете уже одним пальцем, вы брали бы его за руку, да, и тыкали, как это сделать. Один раз делает одним пальцем, что-то запомнит, второй раз вы ему покажете, и он научится. Самый лучший способ – это практическое применение тех знаний, которые человек получил благодаря вам. Итак, коллеги, банкинг, да, перевод денежных средств. И последнее – заявки на вывод в разделе банкинга. То есть здесь, опять же, дублируется информация по счетам вашим. Здесь вы можете, выбрав кошелек из тех, которые вы внесли в разделе настройки, да, выбрать кошелек, например, у меня вот один киви. Если я укажу вот сейчас сумму там, $35, мы здесь только целые числа можем указывать, нажму «Вывести», то у меня здесь появится информация, что на киви кошелек там такая-то сумма, такая-то дата, вот, например, сегодняшняя. И здесь будет написано статус «Заявка на вывод». Да, то есть, когда вывод будет совершен, будет написана информация «Вывод совершен». Вот. То есть вот таким образом вы оформляете заявку на вывод. Как я сказал, предварительно вы должны указать электронные кошельки, которыми вы владеете, либо карточку Visa. И здесь уже выбираете из тех кошельков, что у вас в разделе настройки прописаны, на которые вы будете выводить деньги. Вот. Удобный кошелек Kiwi. У тех, у кого есть, скажем так, карточки банковские целого ряда банков, например, Альфа-банк у меня, да, я на Kiwi кошелек вывожу беспроцентно, а оттуда на свою карточку вывожу комиссия 1,6%, не очень большая, то есть небольшая потеря денег происходит. Есть Яндекс.Деньги. Я знаю, у нас большое количество инвесторов есть, которые к Яндекс.Кошельку прикрепили карточку MasterCard, золотую, Яндекс.Деньги называется, да, то есть фактически при минимальной потере комиссии вам деньги перечисляются на Яндекс.Деньги, и вы просто в магазинах, либо где-то еще можете рассчитываться картой, и с вас за это не будут считываться никакие проценты. Если будете снимать в банкомате, там есть комиссия за единоразовое снятие денег и 2 там с лишним процента от суммы, которую вы снимаете. Ну, то есть, я думаю, с платежными системами вы сами сможете разобраться. Их у нас 6, как я вам говорил, да, вариантов вывода, точнее, систем 5, а вариантов вывода 6. Это мы с вами рассмотрели раздел банкинга полностью. Теперь у нас остался раздел инвестиций. Первое, если вы что-то покупали, либо что-то не покупали, если вы нажмете раздел «Мои сертификаты», то у вас здесь будет либо пусто, да, либо у вас здесь будет информация по тем сертификатам, которые вы уже оформляли. Как только вы проплачиваете какой-либо из сертификатов, у вас здесь будет информация, что номер сертификата, дата, там, количество акций, и здесь будет стоять сертификат не оформлен, а сначала там на рассмотрение, да, потом на оформление будет. И когда он оформится, у вас здесь будет оформлен, и вы сможете посмотреть этот сертификат, либо скачать себе на компьютер. Вам нужно будет, после того, как будет оформлен сертификат, подписать договор. Для того, чтобы подписать договор, вы нажмете здесь кнопку «Подписать», да, у вас высветится договор, вы его можете прочитать. Внизу есть кнопка, что согласен, после чего вам нужно будет загрузить минимум 2 страницы своего паспорта, если в вашей стране, где вы проживаете, есть институт регистрации прописки. То есть скан страницы с фотографией, второй скан страницы с пропиской. Если прописки нет, соответственно, вам нужно будет сделать скан документа, который свидетельствует о том, что вы оплатили услуги, связанные, скажем так, с вашим местом жительства настоящим. То есть неважно, интернет, телефон, там, ЖКХ и так далее. Тоже загружаете. Подгружаете, нажимаете кнопку, что я загрузил все необходимые документы, и после этого подписывается договор. Это раздел «Мои сертификаты». Далее у нас в разделе «Инвестиции» следующий пункт, да, «Инвестировать». Когда мы нажимаем «Инвестировать», у нас загружается страница, на которой просто есть информационный баннер, то, что есть возможность приобретения пакетов акций в рассрочку. Да. Это за $25 ежемесячно на 10 месяцев, $50 на 6 месяцев, вы оплачиваете $50. Этот пакет у нас разбит на 3 цикла, либо там на 3 части.
Первые два месяца у вас один уровень доходности дисконтом, 1 к 100, второй у вас 1 к 250, и третий цикл, 5-6 месяц, 1 к 300. В итоге суммарно получается порядка 216 раз составляет дисконт. То есть 65 тысяч акций вы получаете на выходе, заплатив $300. Да? Далее, пакет стабильный на 10 месяцев, если вы $100 ежемесячно готовы оплачивать. И пакет бизнес на 9 месяцев, если вы готовы каждый месяц платить по $200, то по окончании вам будет оформлен сертификат на 450 тысяч акций, и 90 тысяч акций у вас пойдут на премиальный счет. То есть вы можете при оформлении, скажем так, добавить, точнее отдельно можете оформить еще 90 тысяч акций отдельным пакетом. Если мы сейчас на этот баннер нажмем, у нас загрузится страница приобретения пакетов акций в рассрочку. Если у вас есть информация по рассрочке, кстати, на главной странице, вы видели, да, там на правом нижнем квадратике будет написано, сколько акций за вами забронировано, и посреди страницы будет информация, что у вас есть рассрочка, и, например, осталось несколько дней до следующей оплаты, что позаботьтесь о том, чтобы вовремя ее оплатить. Далее, у нас есть пакет юбилейный сегодня, который, скажем так, в себя включает 300 тысяч акций, единоразово заплатив $1000, вы можете себе оформить сертификат на 300 тысяч акций компании Skyway Capital, и вам в подарок будет отправлена памятная монета с изображением нулевого километра дороги Skyway в Минской области на территории экотехнопарка. Закладка этого нулевого километра была 17 октября 2015 года. Этот пакет отражен в списке, пакетов, которые вы можете купить в прайс-листе, $1000. 78 тысяч рублей, то есть сегодня 1 к 78 курс компании Skyway Capital. Нажимаете здесь плюсик, появляется циферка 1, спускаетесь вниз, да, указываете, откуда вы будете платить, то есть вот $1000, например, да, у меня не хватает ни с основного, ни с бонусного, ни с какого. Соответственно, вы можете ставить галочку напротив платежной системы, которую хотите использовать, если хотите напрямую инвестировать таким образом, да. Поставив галочку, у вас здесь появится кнопочка «Оформить». Потом вам нужно будет нажать кнопку «Оформить», пройти по инструкции, которая написана для оплаты той системы, которую вы выбрали. Вот я сейчас на единичку нажму на минус, снова будет 0. Вот, то есть все достаточно просто. Если у вас хватает денежных средств на каком-то из счетов, то вы, например, выбрали пакет там на $50, а у вас $50 есть на основном счете. Просто пишите здесь 50, вот, и нажимаете «Оформить». И у вас оформляется пакет. То есть если деньги на основном счету либо на бонусном их хватает, то вообще проблем никаких не будет. Пакет оформляется там за несколько секунд. При условии, что вот вы здесь нажали плюсик, кстати, вы можете оплатить, например, там вот есть пакет за 250, да, еще один пакет, который вы можете купить сразу за сумму $250, уровень доходности пакета 130. Вы можете нажать здесь не один, а два. Если у вас есть $500, сразу купить два пакета, и вы сразу приобретете 65 тысяч акций. То есть за $500 вы купите 65 тысяч акций. Дисконт 130. Пакет, который $50 ежемесячно, да, выплачивать, вы в итоге заплатите $300, а в итоге получите опять же 65 тысяч акций. То есть вы понимаете, да, рассрочка, она у нас имеет более выгодные условия. Рассрочка выгодна нам, потому что мы видим, какое количество средств каждый месяц примерно нам будет приходить, и эти деньги мы можем перераспределять на те работы, которые необходимо сделать на территории экотехнопарка. Да. Рассрочка, в принципе, выгодна и вам. Потому что если в вашем первом поколении достаточно большое количество людей купило акции в рассрочку, разные, кто-то на $25, кто-то 50, кто-то 100, то вы можете наперед посчитать, какое количество денег вам придет только с первого поколения, например, в следующем месяце, через месяц и так далее. Это очень важно, потому что вы можете заранее планировать свои какие-то расходы. Неважно на что. На пачку сахара, на поездку куда-либо, да, отдохнуть. Может быть, на автомобиль, который вы хотели бы себе давно купить и так далее, и так далее. Может быть, у вас есть какие-то кредиты, да, и вы понимаете, что у вас появилось прекрасное средство ежемесячно оплачивать кредит, строя бизнес по партнерской программе, рекомендую людям приобретать пакеты акций в рассрочку. То есть подходите к этому из той ситуации, которая есть у вас. Самый важный момент, то, что вы помогаете компании строить экотехнопарк, да, приближать тот день, когда мы сможем с вами уже увидеть воочию, как выглядит транспорт, сертифицировать его, и через короткий промежуток времени стать очень успешными и богатыми. Потому что, вы знаете, предполагаемая стоимость отдельно взятой акции в 2017 году – это $1 США. Вот. Если у вас там акции на 3, на 5, на 7 миллионов, вы представляете, да, то есть как вы можете возрадоваться, когда все это произойдет. И я вам всем, скажем так, желаю, чтобы у вас после этого всегда было отличное настроение, безоблачное небо, даже если снег идет, либо дождь и так далее, и так далее. Итак, коллеги. Это раздел «Инвестировать», но для того, чтобы он был полным, полная информация, мы сейчас с вами перейдем
на страницу, где мы можем приобретать пакеты акций в рассрочку. Мы нажали на баннер, и тут у нас уже отдельно для каждой рассрочки отдельная, скажем так, информация. То есть вы можете подробнее ознакомиться с условиями рассрочки, вот, например, $25 ежемесячно, вы нажимаете, и здесь полностью написано условие, да, что будет, если выберете этот пакет. Вот. То, что вы первые проплаты на $25 как бы за собой бронируете пакет на 32,5 тысячи, и после полной оплаты этого пакета, потому что рассрочку можно гасить и раньше, да, вам оформляют сертификат. Если вы рассрочку по каким-то причинам вовремя не оплатите, то денежные средства, которые вы заплатили, переходят на ваш акционный счет, и вы сможете их использовать только на покупку пакета, не входящих в акцию. Да? Вот. И, соответственно, там дисконт будет не такой, как здесь, но вас предупреждают заранее. Те действия, которые вы делаете осознанно. Некоторые люди пытаются нам объяснить, что вот я там случайно... Случайно фактически сделать ничего невозможно. Везде у нас есть предостережения, вопросы и так далее, и так далее. Итак, если вы выбираете в рассрочку купить какой-либо из пакетов, нажимаете «Выбрать», вам здесь идет информация о том, что вы выбрали такой-то пакет и так далее. Если денег у вас хватает с счетов, вы можете здесь указать сумму. Вот, например, бонусный 25, да, у меня там 35 хватает. И дальше просто здесь появится кнопка, когда я сумму введу, оплатить. Нажав кнопку «Оплатить», сервис перегружается, и меня, скажем так, выгружает на страницу личного кабинета. Ну, появляется надпись, чтобы посмотреть рассрочки, которые у вас заказаны, нажмите там такую-то кнопку. Вы нажимаете, и вас загружают в раздел рассрочек. Да, сейчас я просто покажу, где это находится. Вот, я приобретать ничего не буду, да, на данный момент. Так. Просто зайду в раздел «Инвестиции, рассрочки». Здесь будет пусто, а если вы заказывали какую-то рассрочку, то здесь будет таблица с информацией о том, что вы поплатили первый платеж. Вам будет предложено, скажем так, автоматом поставить галочку в разделе, и у вас автоматом будут списываться деньги с того счета, который вы выберете. Вы можете выбрать бонусный счет, либо основной счет, потому что у нас покупка акций в рассрочку возможна только с основного и с бонусного счета. Акционный счет здесь не входит. Вы не сможете купить пакеты акций в рассрочку с акционного счета. Так вот, вам будет высвечен пункт, где будет возможность, скажем так, оплатить сразу несколько месяцев вперед. Если вы выбираете несколько месяцев вперед, соответственно, выбрав и оплатив, у вас будет информация о том, что вы заплатили, например, за февраль, март, апрель, май, и следующий платеж вы можете сделать в июне, то есть это будет пятый платеж. Либо, возможно, вы зайдете в следующем месяце, оплатите еще 4 месяца, да, и у вас останется один. То есть рассрочку вы можете гасить раньше. Вот сейчас как раз-таки обсуждается информация по поводу того, что у нас есть люди, уже оплатившие рассрочку с дисконтом 1,6, и когда-то руководство нашей компании говорило, что возможно для тех, кто раньше оплатит, либо вовремя будет платить, да, будет предоставлена возможность тем же дисконтом выгодным приобрести пакеты акций далее. Вот, когда будет более точная эта информация нам дана, и как это будет сделать можно, да, мы до вас ее доведем. Вот, там же будет возможность отказаться от рассрочки. Если вы нажмете, у вас будет высвечено большое предупреждение. Если вы откажетесь от рассрочки, то ваши денежные средства упадут туда-то, у вас будет, скажем так, зарезервированный пакет убран и так далее. Вы скажете: да, я хочу отказаться от рассрочки. Там повторно будет высвечен, подтвердите свои действия. Если вы отказываетесь, а у нас сейчас админка работает очень здорово, отслеживаются все процессы, которые делаете вы сами, да, то вы уже не сможете, скажем так, нам написать, что вы случайно отказались от рассрочки. Вы дважды подтвердили то, что вы от нее отказываетесь. Соответственно, никто уже ничего восстанавливать не будет. Поэтому я говорю, что будьте внимательны и, пожалуйста, если вы принимаете решение, ну, наверное, доводите его до конца. Кстати, здесь вы можете посмотреть соглашение о рассрочке, если вы нажмете, у вас загрузится информация, где вы можете почитать полностью правила, касаемые рассрочки на сегодняшний день. Вот здесь все условия прописаны. И внизу, да, я внимательно прочитал правила участия в акции, подтверждаю понимание всех изложенных в ней условий и так далее, и так далее. То есть вы на себя берете обязательства, они как бы так не являются какими-то, да, головотяпскими, если вы чего-то не выполните и так далее. Но это обязательства, которые вы берете на себя, и вам это выгодно. И в принципе нам выгодно действительно, потому что мы можем заранее планировать количество денежных средств, пришедших к нам в компанию. По большому счету, вот та информация, которая, кстати, еще информация есть какая, что в разделе рассрочки, вот, который здесь пустой сейчас, у вас там есть возможность сделать следующие действия. В течение 10 месяцев, например, да, вы можете трижды переносить срок оплаты. То есть, допустим, вы сегодня заплатили, а на следующий месяц у вас нет денег для того, чтобы оплатить рассрочку. Вы можете выбрать пункт, да,
что перенести на следующий месяц. У вас месяц соответствующий будет выделен розовым, а на следующий месяц будет в таблице стоять цифра удвоенная. То есть вам в следующем месяце нужно будет заплатить двойную сумму. Если вы это сделаете, все будет нормально. То есть в следующем месяце вам нужно будет снова платить месячный платеж, потом вы снова можете отсрочить. То есть таких отсрочек может быть три, но их нельзя делать подряд. Да, то есть, если вы сейчас отсрочили, в следующем месяце вы обязательно должны заплатить вдвойне, потом оплатить снова, потом можете отсрочить и так далее. Такие условия тоже предоставляются нашим клиентам и партнерам. Итак, друзья, в принципе, все, что касается личного кабинета на сегодняшний день, я вам озвучил. У нас периодически появляются какие-то новые функции, вот, у нас периодически, скажем так, добавляется новая информация. Вот, сам личный кабинет в ближайшее время должен видоизмениться. Мы ждем уже, скажем так, со дня на день, ну, может быть, с недели на неделю ближайшие, да, личный кабинет на английском языке, сайт на английском языке, вы знаете, у нас уже есть страница и так далее. Вот. Так, здравствуйте. Вчера звонил с личного ссылка консультанту. Он мне сказал, что я звоню из Германии. Вы знаете что, я вам не могу точно сказать почему, но поймите правильно, мы используем сервисы в интернете, которые позволяют осуществлять такие звонки. Да? И сервер данного сервиса может находиться, я не знаю, на берегу слоновой кости, да, если это выгодно. То есть вот таким вот образом. Поэтому то, что там вы звоните из Германии, но почему это должно быть опасно? Да, у нас нет службы, которая занимается там 5-го управления комитета госбезопасности, которая вычисляет людей, находящихся за рубежом. Нам это не нужно. Вот. Мы никого не собираемся преследовать, да, и никому мы ваши данные, кстати, не передаем. Это тоже очень важно. Хочу сделать подарок мужу и сыновьям на 23 число. Могу ли я сначала им всем сделать личный кабинет на их фамилию, имя, отчество, но все со своего электронного адреса, чтобы оплатить свой самой первый взнос и потом доступ в кабинет. Нет, смотрите, при регистрации новых аккаунтов вы указываете новый электронный адрес. Вот. Подарок, то, что вы им хотите сделать, вы знаете, конечно, я с одной стороны где-то вас поддерживаю, но большая часть моего сознания, моего туловища, да, там, моего эфирного астрального тела против того, что мы делали какие-то проплаты для кого-то без их ведома. Вот. Хотя бы без их ведома. Да, это потому что подарок, конечно, штука такая, которую мы часто держим в тайне, но у нас есть огромное количество потом случаев, когда люди кому-то делали хорошее, регистрировали под себя там, родственникам, друзьям, знакомым, там, любимым и любимым, вот, в одном и втором варианте, да, мужская и женская половина. И потом, чтобы подтвердить, например, сертификат, вам нужно подписать договор. Вот. Люди узнавали о подарках, может быть, даже целовали в щеку и кусали за щетину, да. Вот. А потом, когда требовалось загрузить документ, они говорили, а мы тебе документ не дадим. Как бы ничего страшного не произойдет в этом случае, но если документ не подгрузится, да, соответственно, это будет стоять вопрос. И, скажем так, данные о человеке будут в ожидании внесения в реестр компании корневой. Вот таким вот образом. Главное, чтобы потом ваши дети и муж дали вам свои документы, и вы смогли подтвердить их договора. Но вы регистрируете этих людей по другому телефону и по другому адресу электронной почты. По-другому никак. На один и тот же электронный адрес у нас регистрация невозможна. И на один и тот же телефон в том числе. Потому что, в принципе, это те данные, вот я, кстати, спасибо за ваш вопрос, это те данные, которые вам нужно будет в первую очередь подтвердить, когда вы зарегистрировались в нашем личном кабинете. Вы заходите, у вас на главной странице телефон красным цветом выделен, да, и электронный адрес. И под ними кнопка «Подтвердить». Когда вы нажимаете на кнопку «Подтвердить электронный адрес», на этот электронный адрес отправляется письмо со ссылкой, на которую вы нажимаете, тем самым подтверждаете то, что это ваш личный кабинет. А на телефон приходит смс-ка с кодом, который вам тоже нужно будет ввести, и тем самым вы подтверждаете свой телефон. Вот такие дела. Какие еще вопросы есть, коллеги? Задавайте. Ну, если есть, конечно, вопросы. Видите, на этот вебинар у нас на первый, я помню, собралось достаточно большое количество людей, а потом ну, как-то не так много. То ли практически все инвесторы капитала уже разобрались с личным кабинетом, то ли лень, да, то ли как бы так люди не читают в новостях, то ли людям проще, скажем, трясти вас за бороду все время, даже ночью, да, и говорить, помоги мне зайти в личный кабинет. Вот. Данные вебинары в первую очередь созданы для того, чтобы
Все люди, которые зарегистрированы в вашей структуре, могли легко научиться находить информацию в личном кабинете, и им не надо было для этого, да, доставать вас звонками, отрывать менеджеров отдела информационной поддержки, службу технической поддержки, там, да, мучить, заламывать им пальцы вопросами и так далее, и так далее. Для этого вебинары и созданы. Вот. Судя по тому, что у нас сейчас огромное количество вопросов просыпалось в наш вебинарный чат, мы можем заканчивать, да, наш вебинар сегодня. Я так понимаю, вопросов больше нет. Ждите записи вебинара с Анатолием Эдуардовичем, который сегодня был. Запись данного вебинара тоже будет со временем выложена на наш канал в YouTube. Кстати, а все ли находящиеся здесь в чате знают ссылку на наш канал в YouTube, который непосредственно вебинарный канал? Все знают или нет? Я сейчас ссылочку могу дать, если она нужна. То, что Илья знает, я даже не сомневаюсь. Да, вот Илья, видите, он даже быстрее меня вам эту ссылку сбросил. Вот. Таким вот образом. Будут ли рассрочки с дисконтом 600, будут ли продлены через 10 месяцев? Ольга, я только что это озвучил. Когда у нас будет полная информация, да, по этому поводу, потому что как бы, ну, слух такой мощный идет, да, вот как бы волна с запада, вот, в которой говорится, что вроде бы даже функционал готов и так далее. Но когда будет точная информация, вот, когда будет, скажем так, все уже на мази, и реально что-то будет применимо, и дисконт мы будем знать, и что пакеты будут оформляться. Поверьте, мы вам обязательно скажем. На вебинарах, в виде рассылки, да, на электронные адреса. Вот. Возможно, даже это будет сделано таким образом, что на телефоны тех людей, которые приобретали пакеты акций в рассрочку, вот, возможно, им придет отдельный смс еще какая-то. Уважаемый там клиент, мы вам очень благодарны, то, что вы явились, скажем так, честно выполнили условия рассрочки, и мы вам предлагаем выгодные условия снова приобрести такие-то пакеты с такой-то рассрочкой. Может быть, даже это будет, я не буду утверждать, потому что, вы знаете, как бы так, ну, не обладаю всем объемом информации. Вот. До меня, к сожалению, либо к счастью, я не знаю, как отнестись, доводит только то, что считает руководство нужным, чтобы я знал. Вот. Ну, так устроен этот мир, да? Посмотри. Песня была такая в советские времена. Хорошо, коллеги, еще есть какие-то вопросы, кроме рассрочки с дисконтом 600? Нет? Ну тогда, Auf Wiedersehen. Завтра у нас вебинар будет в 18 часов, это будет презентация проекта компании Skyway Capital. В 13 часов завтра будет Владимир Маслов давать информацию по адресным проектам. Да, сегодня в 19 часов по московскому времени Лариса Артамонова будет проводить свой вебинар. Поэтому если вы посещали предыдущие, и, если не ошибаюсь, там информация идет, как бы так развивается, да, то есть все шире, шире и шире, вы получаете следующий какой-то объем информации и так далее. Ну, тогда приготовьте ручки, вот, диктофоны, может быть, камеры поставьте на монитор вашего компьютера и будьте готовы присутствовать на данных вебинарах. Какую функцию в дальнейшем будет выполнять Skyway Capital? Ну, вы знаете, вопрос, если привязку еще понять, потому что вопрос очень широкий. Функцию по отношению к чему? То есть, когда вы предполагаете момент, когда, скажем так, не нужно будет уже инвестировать денежные средства в корневую технологию, будет работа, связанная с адресными проектами. Вот. То есть, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, закрывать полностью возможность краудинвестинга в наш проект, в наши проекты последующие, никто не собирается. Вот таким вот образом. Как это будет выглядеть? Ну, я думаю, мы с вами увидим. Да? 15 лет назад, если бы вы задали вопрос, как будет выглядеть iPhone там, S6, вам бы сказали, давайте доживем, потому что у нас только первый появился. Поэтому давайте до этого времени дойдем. Согласны со мной? Итак, коллеги, спасибо за присутствие на вебинаре. Как я сказал, что у нас было немного. Если есть заинтересованность, приглашайте на следующую неделю, на среду всех тех, кто шарахается, да, от компьютера, кто боится, скажем так, нажимать кнопки в личном кабинете. Мы им покажем, что страшного ничего нет. Вот. И хорошего вам вечера. До новых встреч в эфире на волнах радио Skyway Capital. До свидания.